Ребятушки, всем привет! Всех приветствую на своем каналчике. ФБР на связи, как видите. Я вещаю из города Харькова, коренной житель, поэтому с вас лайк, подписочка на харьковчанина. Готовьте чаюху, ля-ля-кебаб. И мы стартуем. Погнали! Ну что, ребятки, заводить сейчас будем наш Deo Lexus. Так. Что, ребятушки, красивенный вид вам на город Харьков. Камесь, конечно, в таком состоянии, но я думаю, что все отстроится, все отремонтируется, и все будет четенько, ребят. Так, ну что, ребятушки, держим путь. Мы где с вами? Давайте заскочим в Никольский, посмотрим, что там, да? Да, живет, короче, Пушкинская потихоньку оживает. Так, ну что, ребятки, хотоб на базе, все четенько. Что-то такая пробка, ребят, лютая вообще. Лютая пробка. Так, что тут? Бараховочка. Короче, такая, ребята, обстановочка сегодня на центральном рынке. Все, что хочешь. Трусики, лифчики, курточки, девочки, мальчики. Короче, я в поисках огурцов, ребят. В поисках огурчиков. Золото, он уже мешками продается. Все, что хочешь, ребят. Так, ну что, заходим. Центральный рынок. О, тут вообще песня. Вот это базарчик, я понимаю. Вот это базарчик. Топовый. По 70 и по 80 клубника есть. По 70 гривен. Абрикоски. Уже освещение не надо на базаре. Ребятки уже на металлолом тащат. Петрушечка, лучок. Яйца 55, 35, 40. Так, о, да тут и травы. И все, что хочешь. Для колдовства, для лечения. И в очереди, ребят, легендарные пирожки. Такой красивый вид на наш город, ребятки. Просто красивечно-то как. Поднимаемся по легендарному бурсатскому спуску. Ну что, ребятушки, давайте взвесимся. Нормальный стандартный вес, да, на 100 грамм даже похудел. Так, ребятки, перекус таксиста, чек, дорого-богато, лакшери, завтрак, 3 яичка. Только проснулся, раздер глаза свои, ребят, взвесился, короче, пошел припудрил носик. Что вам хочу сказать, я в шоке, я просыпаюсь, уже думаю, сейчас такие будут новости, буду читать, что просто и хоть с кровати не вставай, поняли, хоть вообще я не знаю, что делать. Но вроде бы сегодня таких новостей прям страшненьких нету. Не знаю, напишите в комментариях, что там сегодня произошло. Вот. Давайте будем дегустировать наш завтрак олигархов. Да ты что, это вообще пушка, ребят. Это просто гастрономический оргазм. Вот это яичница. Яйца — самый лучший завтрак. Попробуйте поджарить яйца, если вы никогда не пробовали. Напишите в комментариях. Это пушка, ребят. Обязательно попробуйте такое блюдо. Ну что, ребятушки, вот такие крекеры. Это гуманитарочка. Вот такая была, да? Они уже просроченные, короче, поняли? Поэтому надо их доедать обязательно. Вот. Но пришли они вот такие. Вот. Но мы не теряем надежду. Сейчас покажу, как я буду хавать их. Так захотелось есть, просто капец, ребят. Сделал себе, короче, чаечек. Взял суперовые крекеры, вот эти вот. Вот такие, да. И придумал, как их есть, раз они такие подрубленные. Столовая ложка. Раз, набираем. Ну, тырсу эту. Во. По вкусу вкусные, но как ты, кстати, видите, тут что-то сырок нарисован, надо на них ложить. Но сыра нету. Ложить на них нечего. Ни оливок, ни помидор, ни сыра. Ну, чай есть. Всем приятного аппетита, кто кушает, ребятки.
Ребятки, я включил свет нашим рыбкам. Среди у нас уже там мальков сколько, снежинок. И классные есть черные, короче, вывелись. Такие, как велиферы, вот эти вот с большими такими сверху парусами. Только черные. Надеюсь, что все будет топчик и будут красивые. Байрактар тоже наш на базе. Накормленный, все четенько, водичка есть, да, Байрактар? Так, давайте сухим кормом покормим. Теперь наших малечков сразу. Так они выглядят. Свет тоже включаем. Так, ну и для анцитрусов. О, черный, видите какой? Убежал, да? Для анцитрусов таблеточек. Все четко. Красота. Сейчас наедятся, будут сыты, довольные. Тоже анцитрусом надо поубирать. Даем таблеточки. Подросли, уже вообще их продавать надо. Надо будет тут поубирать, заняться продажей. Кому надо анцитрусы, ребят, пишите в личку. Отправлю вам анцитрусов. Или где-то встретимся, на ХТЗ вам отдам. Так, малинези сейчас тоже покормлю. Подрастающих наших красавчиков. Упешечки тоже тут подрастают. Паховичи на базе начали на расслабоне, покормил все топчик. Спасибо подписчику за корм. Печка с потуниет на окошке, бедненький, кисельки. Так, ну шо, где наш тут помощник? Привет, привет. О, и Джавелина нашлась, где-то не было ее целый день. Привет, помощничек, что там, охранял? Главный охранник, да? Главный секьюрити, начальник охраны. Дзюсуня. Подписчикам привет передаешь? Скажи привет, ребят. Хороший. Ну что, ребятки, заводить сейчас будем наш Deo Lexus. Так. О, так ты что? Уточка на базе. Певчанский тоже привет вам передает. Смотрите, ребятки, какие розы уже у меня выросли. Красивые вообще. Просто супер. Шелковица тоже уже поспевает. Видите, уже черненькая есть. Видите, какая есть красивая. Вы любите шелковицу, ребят? Напишите в комментариях. Ребятки, выезжаю. Шурую потихонечку в сторону центра. Сегодня будет интересный видосик, посмотрите. Я думаю, должен быть топовый. Мы будем стараться, чтобы был топовый видосик. Так, что тут происходит? Аварийка. Люди на базарчике присутствуют, велосипедисты гоняют. Вообще все чисто на спорте, чисто на спорте. Бля, тут вообще песня, ребят. Ремонт идет, дороги ковыряют, что-то роют. Газончик, наверное, будут садить. Трава везутся. Поехала куколка, да, кому-то. Вместо 10 кубов 5, когда высыпят. Все чётенько. Вот и он, беспечный гонщик. Смотрите на него, красава, с сигареткой, банка пивка. Ну правильно, пропустим, конечно, такого парня. Сивенный вид вам на город Харьков. Нравится мне тут вид, прикольно, конечно. Так, ну что, мы четенько на зеленый должны, да, ребят? Четенько. И потихонечку делаем инфинити. На Ланосе. В каком Ланосе? Deo Lexus, ребят. Deo Lexus. А тут можно и добавить газку, да? Главное сцепление не сорвать. Мощь это куча вообще. V19 двигатель стоит. Ну, потихонечку обгоняю. А что ты сделаешь? Профи за рулем. Милый родной город. Камесь, конечно, в таком состоянии, но я думаю, что все отстроится, все отремонтируется, и все будет четенько, ребята. Правильно? Все будет по красоте. Главное, машин уже добавляется, люди потихоньку возвращаются. Хотя, честно говоря, не знаю, как-то сейчас участилось наоборот все вот это вот гэпанье. Мне кажется, что наоборот стало чаще.
Батя на рыбалочку пошуровал с удочкой. Романтик у кого-то намечается. Батюшки, держим путь, мы где с вами? Давайте заскочим в Никольский, посмотрим, что там, да? Кто хочет, чтобы именно мы в сам Никольский заскочили, сделали обзорчик, что там работает, что там не работает, пишите в комментариях. Если этот комментарий наберет много лайков, мы обязательно заскочим в Никольский и позыбаем, что там, что почем хоккей с мячом. Я считаю, что работает уже хорошо, как бы, потому что тоже его ремонтировали, насколько я знаю. Батя, он мороженое, видите, приехал выгружать что-то тут. Да, конечно, вид тут красивый, грандиозный, я бы даже сказал. У кого-то вон жучок. Жучок-паучок. Что, в Никольском решаются серьезные вопросы, как вы видите, типок. Сидит что-то по телефону, там дебет с кредитом сводит. Вот так вот выглядит улица Пушкинская на сегодняшний день. Такая красота. Да, на Пушкинской, по-моему, мы еще не были, да, ребят? Или были, напишите в комментариях. По-моему, не были. Кто смотрит все мои видосы, мы много где были, интересных видосов хватает. Так что залетайте, смотрите предыдущие ролики. Я думаю, вам понравится. Такая тут житуха. Потихоньку, я бы даже сказал, что машины добавляются в городе, да? Потихоньку добавляются. Что-то работает, конечно, что-то не работает. Не все сейчас работает. Но тем не менее, уже лучше, чем было. Здесь такая обстановочка. Да, живет, короче, Пушкинская потихоньку оживает. Да, ребят? Уже паркануться проблема, видите? Человек хочет припарковаться, непонятно, где припарковаться. А это значит, что люди потихоньку возвращаются. Я не скажу, что прямо тут такое движение, как было раньше. Тут раньше были пробки, только стоило кому-то приостановиться, уже пробка собиралась. Но, тем не менее... Радует то, что хоть какое-то движение есть. Хотоб на базе. Все четенько. Такая красота. Ну, видите, стоят он дома без окон, без дверей. Повыбивало, видно, прилетами. Это, конечно, жесть. Так, ну что, может, повернем на зеленый. Может, на зеленый хоть ты будешь ехать. Видите, люди еще не адаптировались к движению. Многие, может, вообще первый раз в городе Харькове. Рымарская. Тут тоже вон наверху людей, окон нету. Что-то такая пробка, ребят, лютая вообще. Лютая пробка. На спуске. Гляньте, что тут происходит. Зря я сюда попёрся. Зато вид классный. Многоэтажные литочки, вот эти дома, да? Тоже побитые стекла. Людям на переливки, конечно. И двери входные, вон, видите, посеченные. Сейчас, короче, ребятки, хочу заскочить на центральный рынок и посмотреть, что там. Так что вот сейчас пробочку проедем небольшую и поглядим, что почем хоккей с мячом. Почем-то огурчики, помидорчики, цены. Бо что-то надо купить, похавать. Пустился, ребят, потихоньку. Там ДТПшечка прямо на перекрестке была. Авео там чи кого-то сбило, чи что-то случилось. Сейчас на центральный поворачиваем. Подъезжаем, ребятки, к центральному рынку. Рост слева от нас. Вот так выглядит. Дома строятся, видите? Жизнь налаживается потихонечку. Впереди такси четверка едет. Я такого давно не помню. Такси Жигули там всякие и так далее и тому подобное. Так, что тут? Бараховочка. Бараховочка. Такая обстановочка, ребятки. Цветочки продаются. Копейка такси Жигули стоит. Вообще великолепно.
центральный рынок живой, ребятки, потихонечку. Днепро-М. Вечный пешеходный переход, как всегда здесь. На котором давно светофор пора поставить. Я на запорожце подтаксовываю, что-то приуныл. Опа, кофеечек. Короче, такая, ребята, обстановочка сегодня на центральном рынке. Так, за пирожочками, как всегда, очередь. Кто здесь, ребятки, любил пирожочки хавать, напишите в комментариях. Я тут раньше частенько брал, когда в такси работал. Заскочу, пару пережечки. Взял и чики-брики вообще. Кофеечек, чаечек и все четко. Цены примерно плюс-минус те же, по-моему, остались, да, ребят? Так, такси «Волга». Прям какие-то 90-е, ребят. Гляньте, батя какой. Прожженный. Еще тот таксист, да? Так, ну что, кишки продаются, ребят. Кишки вообще. Все, что хочешь. Трусики, лифчики, курточки, девочки, мальчики. Подходим, разбираем. Все четко. Короче, я в поисках огурцов, ребят. В поисках огурчиков. Может, что-нибудь найду. Что-то придбаю. Я вообще туда иду, чи не туда. Напишите мне в комментах. Мыло уже хозяйственное, брусок 20 гривен. Собакевич. Золото он уже мешками продается. Все, что хочешь, ребят. Китикет сразу и пару килограмм золота. Взвесьте мне, говорит, пару слитков килограммовых, чтоб точный вес был. Так, ну что, заходим в центральный рынок. О, тут вообще песня. Сырочек. Сыры бурлука. Сыры бурлука и сыры мурлука. Поздновато, наверное, я пришел. Кстати, цены на сырочки. Поздновато я. О, какой-то мужик с бородой. Интересный. Творожок домашний. Так. Что дальше, ребят? Орешки, шмарешки. Сухофрукты, конфеты. О, все, колбасы. Колбасы, майонезы. Вот это базарчик, я понимаю. Вот это базарчик. Топовый. Все, сало нам не надо. Где нам надо? Нам надо овощи. Овощи, фрукты. Короче, люди присутствуют. Потихоньку. Люди присутствуют, ребят. Я хоть и поздновато приехал, но тем не менее люди есть. Все продается, покупается. Курятинка вот. Копченые курочки. Кровяночка. Сало, я думаю, вы сами знаете, почем сало. 150-250, смотря какое. Спинки, мяски. Убирается, все пахнет вообще, все четенько. Запах обалденный. Все по красоте. Тут же сразу можно и травку купить в стаканчиках. Травка, кстати, 10 гривен, 17. Люди торгуют, не теряют надежды. Бизнес идет плохо, но я не теряю надежды, говорит. Вот так. Надувные бабы резиновые. Кукуруза горячая. Ну, в сопровождении работаем. В сопровождении. Так, что-то овощей тут вообще. Вообще нема. Что нам надо? Огурчики, да? Огурчики, помидорчики. Черешенка. Все есть. Надо хорошие огурчики, ребят. А почем клубника? 110 клубничка. Так, а нам надо огурцы.
Нету какие-то не... Надо полевые уже искать, ребят. Полевые уже надо огурчики. Вот и по 70 и по 80 клубника есть. По 70 гривен. Абрикоски. Так, а где огурцы? Огурцы. А почем огурцы? 45. Это дорого? Ребят, я сразу консультируюсь. Дорого или нет? 45 огурцы. Сейчас мы уже вернемся к мальчику. Хорошие огурчики вроде такие. Черешня, короче, капуста, помидоры. Все, что хочешь. Буряк. Вот хорошие огурцы. А почем огурчик? Огурчик 60 гривен. 60. Так. Огурчик 60. Тут пацан, короче, пока лидер. Лидер в моем рейтинге. У него по 40 огурцы. 55. Помидоры 100, 110. Клубничка. Клубничка, ягдычка, да? Короче, такая обстановка. Сейчас у пацика возьму огурцов. Яйца, лучок. Уже освещение не надо на базаре. Ребятки уже на металлолом тащат. Петрушечка, лучок. Ребятки, люди есть, присутствуют на базарчике. Цены плюс-минус такие же, как и на рынке ХТЗ на нашем. Яйца 55, 35, 40. Что, ребятушки, купил засратых яиц, короче, грязнуля называется, по 35 гривен. Они самые крупные и практически самые дешевые. А я, парень, непривередливый. Будем вместо жарки варить их, да и все. Вот. Огурчиков чуть-чуть и помидорчиков. Что такие дела? Так, о, да тут и травы, и все, что хочешь. Для колдовства, для лечения все присутствует. Поняли, ребзики? Тут шо, все, что хочешь есть. Травы, бурьяны. А запах какой классный. Пахнет вообще. Пушка просто. Машинки. Всякие штучки, кроссовки. Здесь и ясь, и жерех. Все присутствует, ребят. Все есть. Цветочки. Все, перехожу дорогу от центрального рынка. Скупился. Валим отсюда, ребят, быстрей. И в очереди, ребят, легендарные пирожки. Такой красивый вид на наш город, ребятки. Просто красивечно-то как. Поднимаемся по легендарному бурсатскому спуску. А сзади только что задницу чуть не притулили. Так и хотелось сказать, привыкни к аппарату, понял? Градусник. Выезжаем на Сумскую. Поедем с вами в парк Горького, да, ребят? Ты встречал, Зевсунка? Ты встречал, ты мой хорошенький. Ты мой сладенький пирожочек. Ты мой зайка. Воздушная тревога. И тут упал вот такой жук у меня с винограда. Представляете, огромный просто. Просто здоровьющий. Капец. Я смотрю, думаю, какой-то воробей, поняли? Воробей какой-то. Это же он кусючий, наверное, да? Зевс, ты видел какой? Ты видел? Жучара. Не трогай, кусит! Зевс! Ты шо, охотник, ля? А этот уже напетерычил свои рогачи. А ну, ребят, проверка. Говорят, что он может соломинку запросто перекусить. Здоровый, как воробей. Ля. Ребят. Это, наверное, какой-то красно-фиолетовой книги, да? Ух, и здоровый. Сейчас на голову мне как раз вцепится в ухо, в глаз, да? Это хруч, говорит, попал в бампер на скорости 300 км в час.
Ля, ля, пошел, пошел, нервничает. Пошел, пошел пешком. Как в теме, что за бархатные тяги. Капец. Ну, чтобы вы понимали, ножницы по сравнению с ним. Видите, здоровый, камбалоид именно конкретный. Ребятушки, всем добра, бабла, позитивчика, подписывайтесь на канал, ставьте лайки нам с Багирой, пишите комментарии, подписывайтесь на Инстаграм, ТикТок, Телеграм, группу таксистов. Ну а кому нужна страховка, залетайте по ссылке в описании, мы с Багирой вас страхуем по промокоду TAXICOOL21 вашу тачку. ОСАГО будет с 10% скидкой. Всех обнял до хруста, пуко-пуко, до новых встреч.